Вот сегодня в городе Клин идут съемки. Что там за такой интересный канал? Из Перу. А мы сейчас спросим, это известь? Нет, спросим, на каком канале мы потом можем посмотреть их репортаж. Вы тоже все снимают, они тут, а мы их. Ребята, а подскажите, где мы потом можем посмотреть этот репортаж ваш? РЕН-ТВ. О, слушайте, в городе Клин сегодня РЕН-ТВ снимает историческое место. Да, в общем, это как его расхищают. Это правильно, молодой человек, я вас поддерживаю. Вам, я вы, тоже... господин Постригань, наслышаны про такое? Это бывшая глава Клина, да, конечно, естественно. Ой, вы знаете, я, честно говоря, застала время, я здесь, ну, честно говоря, лимитчица, я сама москвичка, но здесь живу с 2014 года. Ну, что я могу сказать? Ну, конечно, мне очень жалко, потому что маленький, да, такой городок, из него можно было сделать вот конфетку, да, такую вот действительно жемчужину. Потому что, посмотрите, вот музей Чайковского, да, потрясающий концерт, вот фестиваль Чайковского. То есть Мацуев приезжает, у которого, да, все расписано вообще на 200, как говорится, лет вперед. То есть из этого города можно было сделать действительно жемчужину. Конечно, очень жалко. Если, кстати, ваш канал поможет этому городу и жителям, мы будем очень признательны. Ну, вот, сыночек владеет этим всем за 1 рубль. Да вы что? Ну, в общем, мы надеемся, что ваш канал РЕН-ТВ поможет, он и мы будем... Уже сидит. Да? Ну, надеемся, он это... Сейчас, пусть вот использует это для... Ой, будет, ребятки, замечательно. Спасибо. Спасибо вам, до свидания, ждем вашего репортажа на канале. Видите, как замечательно выйдет на канале РЕН-ТВ репортаж про город Клин, в частности, вот где мы с вами находимся, это торговые ряды, да, бывшая соборная, нынешняя Советская площадь. Вот ребята снимают репортаж. Если они спрашивали про бывшего, как говорится, мэра Подстригания, то, соответственно, да, и вы слышали, наверное, что они говорят, об этом знают все. Будем надеяться, что, как говорится, пресса, журналисты, ну и, соответственно, правоохранительные органы помогут городу, и он действительно станет жемчужиной Подмосковья. Слушайте, у них такой мощный, по-моему, репортаж идет. Вообще они снимают все, все, все. А знаете, что самое известное? А мы как обезьянки стоим вокруг. Я, честно говоря, не одна с камерой. Тут еще очень много молодежи, и мы снимаем их. В общем, на этой приятной ноте я попрощаюсь. Вот они там стоят, берут интервью. Также стоит там очень много молодежи, которая... снимает журналистов РЕН-ТВ. Вот. Так что до новых встреч. Я пошла, как говорится, дальше по своим делам.